На последней фазе, кстати, по хилу ничего так печально не было. Вообще нормально. Кто, кстати, не знает, то здесь обстрел идет по секторам. Вот эти вот сектора, где сейчас зажечь бегает, это сектора, по которым работает обстрел. То есть он работает либо здесь, либо здесь. Но одновременно не может на этих двух зонах работать. В противоположную зону типа перебегать, да? Ну, то есть, если его руки уже перешли вот эту точку, они начинают типа стрелять отсюда, грубо говоря, то есть повернуты сюда, то здесь по тебе вообще не дамажит. А что за прикол с магнитами? Можно поконкретнее? Так, это я понял. Я его взял, я подошел. И его нажать. Но я, в принципе, это сделал, когда ты сказал, что уже не надо. Мне какое-то, говорю, оплетение было до этого. Ну, значит, я все правильно понял, окей. Беги! Ашавей ластент отдал. Как ты говоришь?
что вот эти фонари делают? Поднимать. Беги, малышка, беги! Наверное, присту мне можно. Я же могу такой носить. Ну да, могу. В принципе, такой же, как и у меня. Только у меня со скоростью. Какая голова? Чё за башка-то? Печенька. А, ну да, не помешал бы. Друид бы тоже не такой. А, там же. У меня есть штаны 219-е, ты давал уже. Это будет второй. Мне не надо шапка. Ну, вообще ты говорил, что там два куска херни, надо типа 4, так что смотри сам. Тэпоц. Без самоунижения будем убивать. Ну, я про того моба говорю. Да, ну ты видел, мне в каждой руке по щиту. Все в щитах. Thank you.
Галя, как они вам стреляешь, как с автомата. Предание си, вообще про него забываю постоянно. Не-не, это я предание тебе сейчас дал. Это не хоста. Вообще про него забываю постоянно и про зубы. Тут на ДЦ просто, блин, кнопок больше, чем на Эрдру. Сколько получается? 8 штук. Как минимум, это еще не выставил. Великая, типа. Короче, жесть. Не, на варе там вообще полный пиздец, но это я имею в виду по хилботу конкретно кнопки. Не, на варе у меня не хватает слотов на... У меня 26 активных кнопок в танке. Ну там с макросами, конечно. Такими темпами на баяне легко научиться играть. Главное, чтобы не нафлей. Вот я про это и говорю. Если сейчас ничего не упущу, в комнате смотреть, с какой стороны кастует рука, не ходить посередине, в последнем коридоре, где вот эти вот круги, и надо еще ударить Торима перед тем, как спрыгивать, да? Все это? Угу. Это важно, да. Там еще будет прокалывание кидаться на тебя. Ну, ты танкуешь, или кто? Я что-то немного прослушал. Да, я. Ну, в общем, кто будет танковать, там прокалывание кидается, в этот момент эффективность исцеления меньше. Там на 75%. Ну, я тебя считывать буду. Спрей. Поехали, хлопцы. Червя ко мне приведешь, Рога? Вот это вот. Оказывается, достаю, окей. Что будет, если их вернуть? Ничего хорошего? Червь умер? Блять, я думал, то я его так фернул. Хотя его по идее не должно фернуть. Как муравьи по комнате. Я думал, они как-то более это толково будут рядом бегать под фиром.
Я стан дал, но нет, надо быть, походу. Все, в миле подходите, и он перестает к стану. Ну, понятно, перед лицом не стоять. Это что за молния, которая бьет? А, они загораются, светиться начинаются. Перед лицом. И спиной. Так я могу просто остаться одним хилом тут, по идее. И диспелить буду, как раз маз диспелом. Ну, там два пробудителя обычно вместе стоят, просто по ним бьешь, там АОЕшка цепляет почти всегда двоих. Это всегда там диспелил нормально был. Один хил будет типа в туда. Я дал стан, у меня полгода что восстанавливается. Праведности, по-моему. Ух, сейчас надо найти ее. Там такая тура типа какая-то, что ли, нарисована. А это фигня, когда паладин типа, ну, типа сапает. Не помню, как называется. Не-не, а... Тупо нежити. Тупо нежити. Понял. В смысле, вот... Да-да-да, вот на этом... На арене-то они всех, не только нежит. Ну, вроде подрубил. Лак, да. Сейчас я рыбу поем. Все. Потому что очень маленький шанс у этой печати. Было бы прикольно, если бы как у Слардара. 3000 и 4 баш. Да он на бодизером он из пальца стрелял. Неплохо.
после зелья, ты не убегай далеко в этой комнате. Надо будет комнату пополам делишь. Буквально рядом с центром держишься, чтобы перебежать на следующую сторону миски. Довольно часто станок срабатывает. И мне повезло. Неудачники, заморыши! Там первый раз, если ты в том тоннеле, там, ну, непонятно, типа, когда горит рука, перебежать. Там говорят, на самом деле там нужно смотреть, горит рука, потом она пускает снаряд. То снаряд пролетает, только после этого тебе нужно перейти, если зажглась другая рука. Не совсем. Смотри, короче, там вот комнату делишь пополам. Видишь, рука сейчас дальнего моба светится. Какая рука светится, значит, по той половине комнаты он пустит волну ударную. Вот, тебе, соответственно, нужно встать в противоположную комнату, ну, половину комнаты. Как только он поменял руку, ну, еще волна идет. То есть это он кастует. Пока он кастует, ты ждешь, пока волна пройдет. И держись недалеко от центра, чтобы успеть перебежать, чтобы далеко не бежать. А именно вот сразу, грубо говоря, оп-оп-оп. Короче, будь возле меня, я тебе сейчас все покажу. Перед тобой приз стоит, видишь, вот сзади, за тобой. Смотри, вот да. Середина комнаты, да? Вот где-то здесь уже не действует, грубо говоря. Ну, то есть не комната, это вот там тоннель прям такой да, есть, да. Не учитывая углубление. То есть здесь уже не бьет, и здесь, соответственно, уже не бьет. То есть тебе не дать от центра, и все. Почтовый ящик, ничего себе. Каждый раз новая фигня какая-то стоит. Прям это... Да это я поставил. Ага. Скоро сюда аукцион, короче, будет. Банк. Не зря инженерное дело качал. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торин, мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно Если что, еще один такой моб будет кастовать.
Тут по стенке. Эти жалкие смертные беспомощны передо мной. Избавьтесь от них. По жопе лясните, а куда будете падать? Пробудитель. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вот Параги прям беда, он очень слабо лопит, что ли, я не знаю. Сиф. Она была тут? Не может быть. Она погибла от руки моего брата. И в самом деле, дурной сон. Мне нужно все осознать. Придержите мечи, короче, ни одного меча в рейде. На вашу сторону. Я обязан вам куда большим. Удачи. За бдительность, может быть, он, типа, как раз получит дохера с кого-то. Да мне кажется, я удержу, если рага будет, не как сейчас. Там урона будет очень-очень много людей. Нормально, что контейнер так долго тупит? Народ, это все хорошо, но вот наверху стоит моб, который смотрит на слизь дерева. И поэтому мы в комбате. Там наверху, да, это он, тот, короче, который... мы ему это... ударить не могли, это... все мимо-мимо, вот там его и оставили. Да, это тот дух, который выйдется, когда там стоит на лестнице. Данте, длань защиты, по-моему, так эта херня называется. На слизи с дерева. На кого? На Войда. И смысл какой был, на слизи с дерева надо было вешать. Комбат на всех. А попробуй вот ресни паладина и... А, блин. Бейром. И может он не будет пою. Не-не-не, надо тикет писать что-то. Вообще там типа вот этим заливается дождем он потихоньку. А не, не заливается. Блядский сирус. Пошли. Я уже пошел за трэшем вести. Мне лежать или по новой заходить? Лежать. По идее, можно было длань защиты на слез дерева, он бы переагрелся, может быть, выскочил оттуда. Подмор.
Заносите, когда зайти. Не заходи, наверное, еще. Так еще уже все. Уже нет, тут у комбата я тут лежу. Моб пошел тусоваться, убежал уже куда-то, куку его. Мастер Ланды полчаса максимум. Ну, век за убьем, чего успеем. Там трэш чистить, да, это очень просто долго. При хорошем результате это 15 минут. Оо, не знаю. Блять, плечи выпали. Ты-то можешь сапоги, штаны забрать, а я вот нет. Поднимите. Попробуем. Булава мне, о, спасибо. И у вас, по-моему, такой же, кстати. Я точно, да, у меня точно такой же топор. Не, булава просто я надел на себя, забавно выглядит. Хилы, которые будут на Везаксе, если что, просаживаться, там можно стакать на себе пары зеленые, лужи, когда будут. В них заходишь, ты 7 раз. Там нормально манери генит и не убивает. Там 7 стаков в бафе у вас будет появляться. Да, нормальная штука. Ну, у тебя появляется баф, типа, на одно бесплатное заклинание. Ты просто щелкаешь ними все. В ХКД. Ну. На тике на каком-то может сработать. У нас, кстати, тут это. Заминочка. Бля, только пришел. Я пока не могу прочитать это заклинание. О, нормально.
Сейчас порезаем. Там есть шанс каждый раз, когда наносит урон. Чё по этому, я понял. А чё встаёте лесом, сижу? Там же, по-моему, написано, что каждый раз, когда наносит урон, есть шанс, а не просто каждый раз. Ну, будто читер нам. Каждый раз это пиздец было бы, типа, кинул рой насекомых и тупо, блин, щёлкаешь звёздным огнём. На 3, на 4 цели. Я, кстати, туда этом боссе еще ни разу не был, мы не доходили. Там для милика особо ничего сложного. Синий джага главное вешай. Хороший босс. Я что-то наману? Ну да. Так я только ей пользуюсь. Крипы какие-то херни кидают на пол. А где ты это делаешь? Кстати, да, я у тебя видел какой-то дон, что там появляется прямо на пол экрана, типа то, что прокает. Tell me when. Прикольный дон. Я не уверен, что это прям на паладина надо. Не, на аркану, типа, закинуть. На сову, по-моему, лучше всего. На сову, на шапешку, на лока. Ну, типа, там где доты вешаются, что для этого он используется, насколько я знаю. Кроме роги мутика. У него ничего не прок. Есть желающие потанчить, я бы отошел на минуту. Это босс уже, да? Да, последний босс Ульдуара. А, нет. Чего? Великий, ужасный, безликий ужас. Это бегать или это пугало, по сути. Угу. Контролить будет. В этом, в подземелье, типа, похоже на этого. Угу. Типа тоже люди будут создавать. Нажал на крипа, говорит, заперто. Получается так. Это крип обычный. Необычно, он под контроль берет. Угу. Тупо не зашел еще-то. Бахните мне стамин, у меня базука спёр. Фига себе. Ну я в контроле была, он сполстилил с меня стамину.
Хотел водный щит. Прикиньте, я бы здесь водный щит со спилстильным бегал бы как шаман. И ману резал. Маг. Прирост имеешь в виду? Там, когда превращаешься в медведя, типа, тебе увеличивается выносливость до хера раз. Я видел, там типа 60-70 тонн, типа, только так. Лягушек еще можно заменять. Я да. Да, да. Он сайленс вешает. Или не он? Вы сняли с него пока не, да? А ладно, то я уже готов был. Всех сапнули.
У кого тут кузнечка есть? Дохуя это саранита. Не успел даже обновить, сало дали.